радиокомпозицию по повести Василенко «Звездочка». В большом клубном зале ремесленного училища было пусто и тихо. От стен пахло свежей краской. Чисто вымытые окна сверкали на солнце. Паша Сычев, одетый в черную со светлыми пуговицами шинель, стоял перед деревянным щитом, на котором блестели какие-то замысловатые металлические предметы. Вот этот, например, похож на пистолет. И от того, что эти металлические вещи были такие красивые, что от них чудо как гладко отшлифованных будто исходило сияние, Паше до холодка в сердце захотелось и самому научиться их делать. Говор и смех таких же, как и Паша, подростков, мальчиков и девочек, становился все громче. Группа девочек остановилась около щита, перед которым стоял Паша Сычев. Новенькие! Новенькие! Смотрите, девчата! И этого уже в шинель обредили! Девочки, смешной-то какой! Ой, Катя, не стыдно, Марусика, зачем смеешься? Не надо! Уж даже посмеяться нельзя, да? Тебя как зовут-то? Паша Сычев. А ты всегда такой? Какой? А вот такой. Ты что представил? Тебя откуда привезли? Ты из какой деревни? Ну, из Лукьяновки. Ты на теленка похож. Ты постой, ты не сердись. Ты на кого хочешь учиться-то? На токаря или на слесаря? Ну, на токаря. И я тоже. А вам Петр Федорович уже показывал станок? Нет, завтра покажешь. И нам завтра. А хочешь, я тебе расскажу про станок? А ты знаешь? Ну, мой дядя был токарем. Вот слушай. Во-первых, станок обслуживают две бабки. Что? Одна старая и совсем неподвижная, а другая помоложе и страшно вертлявая. С бабками надо ладить, а то они тебе жизни не дадут. Есть на станке салазки. Надоело работать, садись и катайся. Но главное, ты остерегайся кулачков. А у станка их целых три. Как, что сделал не так? Так, сейчас тебя кулачком по лбу раз. Ну, это ты врешь. Что, не веришь, да? Врешь. А вот идут ученики старого набора. Ну-ка, спросим у них. Чеботарев. Ну, сходи сюда. Скажи, есть на токарном станке кулачки? Целых три. А, что, будешь мне теперь верить-то? Эх ты, теленочек! Пошли, девочки, пошли! Вот каверзная девчонка эта Маруся Родникова. Ты ее не слушай, не слушай. Тебя как звать-то? Паша Сычев. Паша, а меня Степа. Степа Хмара. А меня Чеботарев. Виктор. Сычев. Я слышал, как она тебе тут про кулачки рассказывала, а ты и уши развесил. Еще не развесил. Кулачки – это такие металлические приспособления, которыми зажимают в патроне деталь. Вот. Понимаешь? А бабки из Аласки... Бабки из Аласки – это части токарного станка. Погоди. Погоди. Еще новенькое идет. С медалями. Целых три. Здорово, братцы! Здорово. Тебя как же звать? Меня Сеня, а фамилия Чесноков, запомнишь? Ну, чего ж тут не запомнить? Ну, вот. Чесноков. А меня Степа, Хмара. Привет. Вот, а меня Чеботарев, Виктор. Привет. Костя. Привет. Саша. Привет, Паша, привет. Что же медаль-то на фронте заработал? Ну, ясно дело, на фронте. А когда ж ты успел? А вот успел. Я в Ленинграде жил у тетки. Ну, во время блокады голодал, конечно, а когда тетка умерла, а мы на окраине жили, до фронта рукой подать. Я и пристал к разведчикам. Ну, наши пошли в наступление, и я с ними все больше в разведчиках ходил. Так чего ж ты к нам-то пришел? Тебе же прямая дорога в Суворовцев. Ну, Суворовцев, ребят, конечно, хорошо, но меня сюда потянуло на гражданку. Ну, да ладно. Ну, как у вас тут? Сытно кормят, в баню водят, мыло выдают? Конечно, выдают. Ну, а табачок исправно получаете? Брат, ты устава не знаешь. Ремесленникам курить не положено. И правильно, ребят, не курите. Пагубная привычка.
Вот у нас в эскадроне один казак приучил свою лошадь махорку курить. Что? Как эскадрон, ребят, в атаку, так у нее сейчас зубы цигаркой. Ну, немцы видят, что у лошади из ноздрей дым идет. И сейчас же на землю. Аж синие делались от страха. Синие? Да, ну, одномерного положения такая лошадь не годилась. Идет, идет, везет телегу и станет. Станет, он и кнутом ее, и словами всякими стоит, хоть ты что. Ничего. Покуда он не достанет кисет и не скрутит ей цигарку. Закурит, опять пойдет. Ну, вот так он, ребята, продал ее. Разве ж на лошадь табаку напасешься? Врёшь. Ну где же это видно, чтобы лошади курили? Так это что, ребят, у нас в соседнем эскадроне коза была? Да это, ребята, Мюнхгаузен какой-то. Правда Мюнхгаузен, а мы тебя так и будем звать. Мюн. Со дня поступления Паши в училище прошло много времени. К концу года он стал первым учеником группы номер 5 токарей-универсалов. Все мастер группы Денис Денисович, преподаватели и ребята ценили и уважали Пашу. Уважали за ровный, спокойный характер, за добросовестность в каждом деле, за вдумчивые и точные ответы на уроках. И только беспокойная Маруся Родникова из третьей группы девочек-токарей, казалось, не признавала в Паше никаких достоинств и по-прежнему донимала его разными каверзами и шутками. Хоть бы сама училась как следует, а то один раз ответит лучше всех, а другой такую чушь скажет, что учитель только головой покачает. Паша терпел-терпел ее шуточки и, наконец, вышел из себя. Вот что случилось сегодня. Шел Паша в перемену по двору, а навстречу ему Маруся. Здравствуй, Пашенька. Здравствуй. Ты не знаешь, Пашенька, что такое шток? Шток? Да. Ну, это коротко сказать основание поршня, а что? А как его делают? Раз-два и в дамки? Или постепенно и аккуратно? Опять начинаю. Как это ты сказал вчера на комсомольском собрании-то, а? Нужно все делать постепенно и аккуратно, а не так, как некоторые раз-два и в дамки. Ты это лучше оставь, слышишь? Вот они то... Теленочек! Так вот тебе! Ты что? Ты что толкаешься, дурак? Будешь теперь дразниться? Вон комсорг идет, он тебе покажет. Это что такое? Это что такое? Сычо! Образцовый групп комсорг. Лучший ученик. И вдруг такое хулиганство. Маруся, за что он тебя толкнул? Что вы, товарищ Михайлов? Мы просто силой мерились. Силой мерились? А я было подумал. Ну ладно, коли так. Я тебя, Паш, как раз искал. Тут Маруся одно заявление в бюро комсомола написала. Мне можно идти, товарищ Михайлов? Иди, иди, Марусенька, иди. Так вот... Паша, разыщи Сашу Городищева и вместе с ним поезжайте в дом инвалидов. В дом инвалидов? А зачем, товарищ Михайлов? А ведь шли. Маруся пишет, что в доме инвалидов третью неделю лежит старый рабочий, Науменков Глеб Иванович. Ну, бюрократы-волокитчики до сих пор не сделали для него коляску. А без коляски ему не сдвинуться с места. Разузнайте все и доложите на комсомольском комитете. Понятно? Понятно, товарищ Михайлов. Вот так.
На одной из улиц, где по обе стороны шумели высокие тополя, ребята разыскали двухэтажное здание и вошли во двор. Санитарка в халате с любопытством оглядела их. Ребят, вы, наверное, к Науменкову? Глебу Ивановичу? К Науменкову. Возник Глеб Иванович. Да, а почему вы знаете-то? Так девочка тут одна была. Вот такой же форме, как у вас, как? С молоточками. Какая? О, ой, бедовая такая. Говорил с Глебом Ивановичем, а потом к директору. Марусь. Кулачки жало, глазки блестят. Это, говорит, безобразие. Это, говорит, невнимание к рабочему классу. Вы, говорит, ответите. Точно. Пойдемте, ребят, я вас провожу. Глеб Иванович, тут к вам пришли. А, пожалуйста. Здравствуйте, Глеб Иванович. Здравствуйте, Глеб Иванович. Ремесленники. Вот так Маруся пообещала и сделала. Это она вас прислала. Садитесь. Да. Нет, точнее сказать, нас комсомольский комитет послал. Ну, а Родникова только заявление написал. Во-во, да, я и говорю. Ну и бойкая же девочка. А как же она про вас узнала, Глеб Иванович? А просто. Она тут близко живет, но мимо ходит. Заглянула раз в окошко и говорит, дедушка, вам, верно, скучно лежать. Скучно, говорю, детка. А вы пошли погуляли. Пошел бы, говорит, а ходилок у меня нет. А вы на колясочке, знаете, есть такие коляски, что их руками двигают. А чтобы, говорю, на колясочке, так надо две руки иметь, а у меня только одна. Да, села она на подоконник, ну и все расспросила, и кто я, и где работал, и как со мной эта беда случилась. А потом и говорит, ваш директор, наверное, бездушная личность, бюрократ и волокитчик, раз до сих пор не заказал вам подходящей колясочки. Да, говорю, трошки есть в нем всего этого добра, говорю. А главное, две руки надо иметь. Ничего, отвечаете, мы вам такую колясочку изобретем, что и с одной рукой поедете. Подумаешь, какой сложный агрегат. Да такая бедовая, а, такая, да, напористая. Ей вот, напористая. Ей все пустяки. Глеб Иванович, мы сейчас сходим к директору этого дома, вот. А потом доложим на комсомольском собрании. Ага. Да, ведь надо делать все по порядочку. Понятно. Да. Так, до свидания, Глеб Иванович. До свидания, Глеб Иванович. До свидания. До свидания. До свидания, товарищи. Да, как вас по имени-то? Паша. Паша. А вас? А меня Саша. Саша. Саша, Паша. До свидания, Глеб Иванович. До свидания, Глеб Иванович. До свидания. Вечером заседал комсомольский комитет. На заседании был и мастер пятой группы Денис Денисович. Была, конечно, и Маруся. Забившись в угол, она следила оттуда беспокойными глазами за всеми, кто брал слово. Поэтому, ребята, нужно будет как следует разобраться. Следующий вопрос. О коляске для рабочего инвалида. Мэри Рыдникова, докладывай. Товарищи, Глеб Иванович, старый токарь Харьковского паровозостроительного завода. Понимаете, попал под бомбежку. Семья погибла, а сам остался калекой. Из Харькова Глеба Ивановича эвакуировали сюда и положили в больницу. А из больницы в дом инвалидов. Понимаете, человеку хочется видеть жизнь. А что он видит? Только стены палаты да одних и тех же людей, своих соседей. Сычев, ты ездил в дом инвалидов. Докладывай. Был у директора? Был, товарищ Михайлов. Но директор говорит, что коляска с двумя рычагами у него есть, но Глебу Ивановичу она не подходит. А сделать такую коляску, которой можно управлять одной рукой, будто бы никто не берется. Следовательно... Что? Что следует? Ой, ну вот что за человек этот Сычев, а? Вот ему подсказывают, а он не понимает. Следовательно, коляску должны сделать мы. Ну, мы и правильно. Правильно, Родникова. Правильно. Кто же разработает
проект коляски. Надо поручить активистам комнаты юного изобретателя. Саше Городищеву, Сене Чеснокову. И Косте Безуглову. Косте Безуглову. Верно. Денис Денисович, согласны вы руководить ребятами? Да уж, видно, придется, товарищ Михайлов. Я думаю, задача им ясна. А я укажу, в каком направлении шевелить мозгами. А уж все остальное пусть попробуют сделать сами. Задание экстренное. Можете начинать хоть сейчас. Правильно, тут же и приступим. Ребят, кто читал Левшу Лескова? Ну и что? Давайте ну, что ли? Запрем двери, занавесим окна, как это делали тульские оружейники, когда подковали английскую блоху. Костя, занавешивай. Ну чего это ради, без того жарко. Все остальные свободны. Можете расходиться. Изобретателям честь и место. Пошли. Думен, не подкачай. Не подведем. Не подведем. Ну, ребята, задача вам понятна. Понятно. Ясно. Понятно, Денис Денисович. Я уже знаю, как надо сделать. Ребят, смотрите на доску, я начерчу. Ну-ка, Мин, показывай. Так. Вот это ось. Да. Так. Это шестерня. На шестерню накидывается цепь. Ясно. Понятно. Что она делает? Она проходит через ролики и набрасывает на шестеренку ручки, которые сидят на валу. Так. Понятно? Так, так. Ясно. Дальше. Шестеренка вращается вокруг оси вала. Что этим достигается? Этим достигается движение коляски вперед. Все. Просто и хорошо. Вот голова, Денис Денисович. Это вот это-то просто. Ты бы сюда еще мотор приспособил. Не пойдет. Почему и кость не пойдет? Потому что будет цепь соскакивать. Эх ты, Мюнхгаузен. При чем тут Мюнхгаузен? Так, ну а ты, Саша, что ты скажешь? Есть. Сейчас я вам изображу. Тут уж без зацепочки. Давай. Смотрите, чертеж. Верно, Денис Денисович? Так. Что? Передача при помощи конических шестерен? Ну? Ой, не пойдет. Почему это не пойдет? Постой, постой, постой. Ну-ка, Сеня, скажи, какие бывают передачи? Цепная, Денис Денисович. Канатная, колесная. Правильно. Еще. При помощи конических и цилиндрических шестерен. Верно. Еще. Реечная. Ну? О! Догадался. Мы на стержень ручки наглухо прикрепим шестеренку. Шестеренка войдет в сцепление с рейкой. Рейка превратит движение вращательное в поступательное. Правильно. А обратным поступательным движением рычага мы добьемся вращения ведущей оси. Правильно, ребята, молодцы, молодцы. Коляску делали с азартом, всем училищем. Наконец, в воскресенье из училища вышли 20 юношей и девушек в парадных костюмах, по 2 делегата от каждой группы, и, отбивая шаг, двинулись к городу. У Глеба Ивановича в палате было тесно. Чтобы поставить коляску, пришлось отодвинуть к стене тумбочку. Старик прижал руку к груди и, взволнованный, бледный, молча смотрел на ремесленников. Губы его вздрагивали. Саша, говори ты. Паша, чего Паша, я буду говори. Говорить? Они... Саша, говори, 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 Саша. Говори. Все, сейчас, подожди. Глеб Иванович, вы проработали 43 года за станком. Вы пострадали от фашизма, лишились родной семьи. И мы, ваши младшие братья, ну, а вернее сказать, ваши дети... Мы всем училищем решили взять над вами шефство. Вот теперь мы вроде вашей семьи. Чтобы вы могли ездить, куда вам захочется, и все видеть. Вот даже, например, отправиться к речке, к лещею дичь. Мы изготовили для вас всем училищем коляску собственной конструкции. Не сомневайтесь, работа прочная, все равно как по государственному заказу. Глеб Иванович, и мы просим принять от нас подарки. Вот конфеты, пряники, литературу. И еще просим приехать к нам на собрание
и на вечер самодеятельности. Вот, билет пригласите. Да, господин Глеб Иванович. Детушки, родные, ну что я вам могу сказать? Спасибо, мои дорогие. Спасибо. Приезжайте обязательно. До свидания. До свидания. Пошли, ребята! Повсюду будем мы первыми по праву и говорим от сердца всего, что не уронем трудовую славу своей страны, народа своего. Пройдут года, наступят дни такие, когда советский трудовой народ. Вот эти руки, руки молодые, руками золотыми нас Клубный зал был переполнен. Всем было интересно узнать, удержит ли прославленная пятая группа мальчиков первенство или знамя отберет третья группа девушек, которая обогнала уже две группы ребят и идет дальше. Комсорг Михайлов поднялся на трибуну. Выражение его скуластого лица явно говорило: «Ну, держись, ребята!» По рядам пробежал первый смешок. «Ох уж этот Михайлов!» В самом начале его доклада Сеня, все время смотревший в окно, вдруг заволновался. Едет! Едет! Кто? Ребята, кто? Смотрите в окно! Глеб Иванович едет на коляске! Ребятки, точно он! Товарищи, можете наблюдать коляску нашей конструкции в действии! Товарищи, предлагаю Глеб Иванович избрать президиум! Верно, Маруся! Вот он! Ребята, тащите коляску прямо на подмостки! Ребята, взялись! Взялись! Осторожненько, ребята, всех осторожненько! Вот спасибо! Вот это хорошо! Здравствуйте, Глеб Иванович! Здравствуйте, Глеб Иванович! Здравствуйте, дорогие ребятушки! Детушки мои родные! Здравствуйте, товарищ Михайлов! Здравствуйте, Глеб Иванович! Здравствуйте! Товарищи, продолжаем собрание! Послушайте вы, Глеб Иванович, мы обсуждаем вопрос, чье будет знамя. Ага. Итак, пятая группа обогнала четвертую, потом вторую и пошла рядом с девушками. Заметьте, все работали без брака, аккуратно. Тут девушки поднажали и в прошлую пятницу, можете себе представить, сделали 79 деталей. 79. Обогнав за один день пятую группу мальчиков на 24 детали. Это подходящее. Из коих 19... пошли в брак. Это никуда не годится. Вот как решила комиссия. Знамя, которое пока держит пятая группа, сейчас не присуждать никому, а дать время всем четырем группам показать себя на заводе, где вы будете проходить производственную практику и одновременно выполнять важнейший государственный заказ. Правильно, что ж. Глеб Иванович. Да-да. Может быть, вы скажете ребятам несколько слов? Обязательно скажу. Дорогие ребятушки, от всей души желаю вам таких успехов, чтобы у каждого кадрового рабочего при виде вас делалось светло и радостно на душе. И чтобы каждый мог сказать: вот это действительно пополнение, с которым можно шагать все дальше и дальше. Добрый вам путь, дорогие мои. Можно мне сказать, товарищ Михайлов? Говори, Родникова. Ребята, через 2 дня заводской гудок будет гудеть и для нас. Наша группа решила выйти завтра гудку навстречу. Как это выйти гудку навстречу? Ты говори с расстановкой. Есть расстановка. Значит так, встать пораньше раз, так, принарядиться и выйти в сквер 2, там ждать 3, а когда гудок загудит, с песней двинуться к заводу 4. Вот здорово! Это здорово! Но только
почему одна ваша группа? Всем надо так? Всем, да, правильно, да, всем, с музыкой, ребята, и с цветами. Правильно, правильно, насчет цветов я не знаю, но, пожалуй, девушкам можно и с цветами. Можно. А мальчикам лучше построже. Можно, ну, и мальчикам. Добрый час. Можно, да, давайте споем. Мы работы не боимся. Товарищ Михайлов, одну минуточку. Что с еще? Товарищ Михайлов, я вам должен рассказать про Марусю. Я ее тогда толкнул. Она вам неправду сказала, что мы силы имели. Подожди, подожди, Паша. Так ты ее тогда все-таки толкнул? Толкнул. Ну за что же? Да за то, что она меня все задевала, разыгрывала. Я терпел, терпел, а она все задевает, все задевает. Ну что я ей дался? Экая каверсная девчонка, вот мы ее сейчас допросим. Родникова, поди-ка сюда. Я здесь, товарищ Михайлов. Ты что ж это ведешь себя с Пашей не по-товарищески? Зачем ты его преследуешь? Уже нажаловался. Да нет, подожди, не нажаловался, а просто рассказал. Чужий, пошутить с ним нельзя. Так надо же знать шуткам меру. А чего же он такой? Какой? Вот то ходил, рот раскрывший, а теперь... Ну, не знаю я какой, только я таких не люблю. Сегодня маленький плюсик, завтра маленький плюсик, постепенно да аккуратно. Вот-вот-вот, товарищ Михаил, слушайте. Вот она всегда так. Слышу. Но уверен, что она больше так поступать не будет. Я не ошибся, Маруся? Ну ладно, не буду. Вот так. Утром следующего дня только солнце загорелось на стеклянных крышах заводских корпусов, вдоль училищного здания выстроились 7 взводов девушек и юношей. Паша стоял впереди, под знаменем училища. Все напряженно ждали. И вот... Утренний ветерок развевал красное шелковое полотнище, и Паше казалось, что знамя рвется к заводу и влечет за собой всю колонну. В ту же минуту чугунные ворота дрогнули, медленно подались назад, и перед колонной открылся широкий вход в завод. Здание внутри было огромно, как стадион. И почти пусто. Только посредине возвышалась какая-то машина, ярко-красная, причудливая, похожая в пустоте этого гигантского цеха на корабль в море. Около машины стояло несколько человек. Один из них, высокий, с седыми висками, внимательно всматривался в приближающуюся колонну. Товарищи учащиеся, сейчас главный инженер завода Валерий Викторович Марков объяснит вам вашу задачу. Так, ну что же, давайте познакомимся. Ближе, ближе, пожалуйста. Вот так. Так вот, о задаче. Ну, вот вы пришли с музыкой. Это хорошо. Но здесь есть своя музыка. Музыка творческого труда. Вы услышите ее, когда придет ваше время. Я вижу у девушек в руках цветы. Хорошо. И здесь цветут цветы. А? Металлическая стружка. Смотрите, как она причудливо вьется, окрашивается в разные цвета. Эти цвета меняются от быстроты бега металла. Бег вперед! К дням, когда зацветет вся земля. Вот о чем говорят наши упругие цветы. Вот полюбуйтесь этим первенцем нашего завода, этим степным кораблем. Перед вами самоходный комбайн. Он идет по степи, на ходу косит, молотит, очищает зерно. И только один человек управляет им. Один человек? А работает он за 1000 человек.
И вот эту чудесную машину будете делать вы. Вы. Ну, не одни, конечно, вместе со всеми рабочими завода. В этой машине 4175 деталей. Тут хватит дела всем. Вот посмотрите, какая в этой машине деталь повторяется много раз. Звездочка. Верно, похоже на звездочку. Правильно. Звездочка, передающая движение с одного вала на другой. Очень важная деталь. К тому же она нужна в огромном количестве. Ее-то вы и будете делать. Вот. Завод должен выпустить к урожаю 2000 таких машин. Если вы отстанете, придется перебрасывать на эту деталь заводских рабочих. А у нас лишних рук нет, все на счету. Ну, по вашим глазам что-то незаметно, чтобы вы могли отстать. А если перегоним? А никто вас не осудит. Стране нужны десятки тысяч комбайнов. И их наш завод даст. Вот увидите, какое пойдет соревнование, когда завод приступит к серийному выпуску. Но вам соревноваться со взрослыми рабочими будет нелегко. Конечно, у них есть навыки, отличные знания своих станков, инструментов. Все это вам придется здесь приобретать. Понятно. Учитесь. Понятно. Сразу не перегонишь, учиться надо. Ясное дело, Паша. Ясно. Вот и начнем. Так. Ну, а теперь, товарищи мастера, прошу развести учащихся по цехам. Ну, друзья, желаю вам бодрости и настойчивости в труде. Счастливо. Спасибо. 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 В механическом цехе будущие токари столпились около Дениса Денисовича и мастера группы девушек Ивана Вакулыча. Денис Денисович остановился около новенького аккуратного станка. Это был наш отечественный станок ДИП-500. ДИП. Догнать и перегнать. В его матовую поверхность была вделана табличка с диаграммой. Под табличкой виднелись две яркие кнопки. Одна зеленая с надписью «Пуск», другая красная с надписью «Стоп». Денис Денисович настроил станок, показал в действии его части и ушел, оставив Паше листок с чертежом. В правом углу чертежа стояла звездочка самоходного комбайна. Паша прочно зажал резец и нажал зеленую кнопку. На другой день Паша изготовил 4 звездочки. В 2 с лишним раза меньше нормы взрослого рабочего. Но Пашу это не смутило. Он видел ясно, на чем терял время, подсчитал, как будет сберегать его в дальнейшем, написал обязательства и вывесил его на доске. Подошла Маруся. Смотрите, девочки, смотрите. Вызов. Я... Павел Никитович Сычок, ученик 5-й группы токарей, обязуюсь быть дисциплинированным, точно выполнять указания мастера и во всем следовать чертежу. Еще обязуюсь не делать брака, каждый день наращивать выработку и довести ее к концу практики до 10 звездочек в день. Ого! Вызываю соревноваться со мной товарища... Товарища Семёна Чеснокова. А я думала меня. Паша! Ну? Павел Никитович! Павел Никитович! Ну, спадите-ка сюда. Ну, чего? Читай мой вызов. Так, я, Мария Родникова, обязуюсь не делать брака каждый день. Что такое? Ты вызываешь меня, обещаешь дать 12 звездочек? Ага. Да ведь это же 120% нормы взрослого рабочего ребенка. А ты струсил! Вот карандаш подписывай. Подожди. Это же чепуха. Зачем мы сюда пришли? Учиться. А ты сразу рекорд хочешь ставить. Я на это не согласен. Верно, Степ Кумара? Да ясное дело, чепуха. И ты не подписывай, Паша, не подписывай. И не буду. Что ей потакать, понимаешь? Трусил! О чем шумит народ? Чего не поделили? Сеня! Ась! Я вызвала Пашу Сычева. До свидания. Мы работы не боимся. Ну вот, ну что с ним разговаривать? Ой, братцы, братцы.
какой я сегодня сон видел! Какой? Будто длинный Саша Городищев изобрел ракету для межпланетного перелета. Да подожди. И вот взяли мы курс на Марс. Летим! Я, Саша и Маруся Родников, аж душа. Да мы сразу умираем. Погоди ты, Нюх. Ты лучше почитай, что Родникова написала. Вот, смотри. Смотри. Где? Вот это? Ну, читай. Ох, здорово. Ох, молодец, а? Вот, молодец. Здорово. Да ведь это же хвостовство, молодец. А что, ты, Паш, думаешь, много, да? Много. Да, многовато, многовато. Ну, куда же я такой, Паш, а? Ну, 10 куда не шло, 11 даже, ну. А то 12. Это она перехватила, ну, перехватила. Я и говорю 10. Перехватила, 10. Да. Ну, подожди, вот. Прочти, я тебя вызываю. Читай и подписывай. Так, меня 10? Подписываю. Чесноков. Да. Многовато, пацаны, а? 12. Однако, ребят, ничего невозможного нет. Ах, нет? Давай сюда. Тогда иди и соревнуйся с ней. Она меня не вызывает. Она к тебе, Пашенька, тяготение имеет. Говорили на технических совещаниях. Она глядела с красочных плакатов. О ней печатались заметки в заводской многотиражке. Паша действительно шел впереди всех. Только Сеня сдавал столько же звездочек, сколько и он. Соревнование охватило всех ребят, и никто не хотел отставать от Паши. Но тот интервал, который образовался между девочками и пятой группой мальчиков, не сокращался. Девочки храбрились, но все чаще поглядывали с невысказанным вопросом на Ивана Вакулча. С надеждой, сменявшейся тревогой, посматривали девочки и на первую ученицу своей группы Марусю Родникову. Она то сдавала контролеру столько звездочек, сколько не давал даже Паша, но из них чуть не треть оказывалась браком. То целый день возилась только с одной звездочкой, да так и не доделав, бросала ее. Маруся, это что? Как ты закрепляешь деталь? Как у тебя резец заточен? Ой, Иван Вакулыч, я задумалась. Задумалась. Порча резца, трата времени, возможность травмы. Куда же это годится? Иван Вакулыч, вы же тоже задумываетесь, когда изобретаете. Что-что? Чем же ты занимаешься? Я тут одно приспособление хотела сделать, а оно не получилось, даже не знаю почему. А теперь, Иван Вакулыч... Теперь я хочу сразу два резца закрепить. Угу. Только вот не знаю, как лучше. Чтобы один брал первую стружку, а другой вторую. Угу. Или чтобы они шли параллельно. Вот как вы посоветуете, Иван Вакулыч? Ты это сейчас брось. Иван Вакулыч. Да, 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 брось, брось. Ты технологический процесс знаешь и делай все только так. А душу свою покуда зажми. Ты развивай в себе ловкость, понимаешь? Осваивай станок, чтобы узнать всю его силу, все повадки. Экономь время в каждом движении. А когда дальше экономить будет не на чем, ну, тогда душ отпусти. Вот тогда изобретай. Вот тебе мой совет. И не только совет, а прямо-таки приказание. Слышишь? Слышу. Да-да-да-да, прямо-таки приказание. На чем это санкет? Маруся! Маруся, что с тобой? Маруся, Маруся, больно тебе, да? Ой, она без сознания побледнела как. Иван Вакулыч, идите скорее сюда. Иван Вакулыч, ничего, сейчас пройдет. Что случилось? Ах, вон она что, не послушалась таки. Козулина, и ты, Городище, отведите ее в медпункт. Можно встать на рожне? Ну вот так, опирайся. Я поведу тебя. Облокачивайся на рожне. Иван Вакулыч, как же это случилось? Захотелось ей ускорить обточку хвостовика. Вот она и пустила в ход сразу два резца. Но не учла усиленного давления на деталь. Вот деталь вырвалась и угодила ей в плечо. Козулина! Клава, ну, как Маруся? Что врач сказал? Что с ней? Ничего, простой ушиб. Доктор сказал, что она посидит 2-3 дня дома с компрессами. Ой. И вернется умнее, чем была. Вот говорил я ей. Не послушала меня. Вперед вам всем наука, ребята. Но ничего, ничего.
В общем, вы работаете неплохо. Приток звездочек, сделанных вашими руками, позволил заводу работать бесперебойно. Ну, а сейчас, ребята, давайте продолжать работу. Происшествие с Марусей прошло 2 дня. Паше все время было как-то не по себе. Что-то бередило его душу и не давало сосредоточиться. Он понял, наконец, что не успокоится, пока не повидает Марусю и не поговорит с ней. В воскресенье перед вечером Паша тщательно почистил костюм и с увольнительной запиской в нагрудном кармане отправился к Марусе. Калитку открыл высокий худой старик с черными живыми глазами. Паша сразу догадался, что перед ним Марусин отец. О, еще один. Целый день гости. Вот повезло Мане. Здравствуйте. Здравствуй. А разве наши уже приходили? Как же, приходили. 3 девчат. Саша изобретатель. О. Сеня с медалями. А тебя как звать? Меня Павел. Ах, Павел, Паша. Первый только. Слыхал, как же слыхал. Вот ты какой. Ну, заходи, заходи. А от кого слыхали? Как от кого? От Мани? От кого же еще? От Маруси. Так она же меня только ругает. Ну, не очень-то ругает. Маруся, тебе Паша пришел. Вон она, в саду. Иди, Паша. Здравствуй. Здравствуй. Хочешь абрикос? Я тебе сорву. Ой. Да брось, Маруся, ну брось. Ну брось, тебе же больно. Ну и пусть больно. Лови. Да что? И этот? Ну? Еще, ну! Ну, довольно! Ой, совсем довольно. Желтый только! Вот, спелый! А ну-ка, береги! Ой, ой, прям в лоб! Да, ой, я хватит, хватит, Марусь! Полная фуражка! Ничего, ничего, ребятам понесешь! Да хватит, хватит! Ну? А? Хорошая? Подходящая. Ты вот этот попробуй, спелый! Ага, хорош! Марусь, Марусь, а ты сколько резцов затачиваешь? Небось, один? М? Один. А вот тут и оно. А надо 2. Первый затупится, сразу же закрепляй другой запасной. А то это надо к точилу идти. А ты не шути, на этом тоже время сберегают. Да, только немножечко, совсем чуточку. А, тут чуточку, да тут чуточку, да тут чуточку. Как-никак и наберется смену на лишнюю звездочку. А как же, обязательно... А ты думаешь, я не видел, как у тебя инструменты на тумбочке лежат? Ну как? Как? Как попало. А у каждого инструмента должно быть свое место, чтобы брать его не глядя. Ну, и сколько ты на этом сэкономишь? Да сколько бы не сэкономила. А коль сэкономила, оно и хорошо. Да. А, вот видишь, а ты что-то там все изобретаешь. Ну чего тут изобретать? Дали тебе чертеж и выполняй все точно. Ой, вот видишь, какой ты. А Глеб какой? Иванович тоже ж рабочий. А сколько у него всяких изобретений. Ты знаешь, я каждый день к нему забегаю. Он рассказывает, а я пишу. Вот смотри, записки старого токаря. Целая тетрадка. Посвящаю славному пополнению рабочего класса моим дорогим шефам. Это про что же? А вот это про разные приспособления, какие он делал. Про упрощение технологических процессов. Эх, Паша, ты посмотри, как сейчас все накаляются. Каждый хочет свое задание перевыполнить, время обогнать. А ты как лягушка в жаркий день. То есть это как же так? Почему лягушка? А так. Чё, лягушка всегда холодная, даже когда кругом жара. А-а-а. Ты обиделся, Паша? Не сердись. Я, наверное, дура или злая какая-то. Я тебя всегда обижаю. Ну, Паш. Не знаешь ты, Маруся, вот. Чего? Вот не знаешь, как в деревне. Как тяжело голыми руками землю обрабатывать. А при фашистах все сгинуло.
Весной подошли наши, погнали фашистов, а в селе только бабы остались да дети. Вот тут и хозяйничай. И коров впрягали, плуги, и сами впрягались, всю землю потом полили. И ты? А то как же. Принуждать никто не принуждал, а по доброй воле работали ребята и младше меня. А вот теперь я как увидел комбайн, так сердце у меня и запрыгало. Если б ты понимала, что это за машина такая, и какое она колхозникам облегчение несет, ты бы эти игрушки бросила, а взялась бы за звездочки по-серьезному. Вот, вот как я это понимаю, хоть тебе, может, это и обидно слушать. Нет, Паша, это не игрушки. И ты напрасно так подумал. Потому я и хотела найти приспособление, чтобы побольше таких машин-то было. И только видно, я не способная. Да что ты? Ну что ж, буду сберегать время по кусочку, буду затачивать резец про запас и класть инструменты на свое место. Во, верно. Так, Паш? Так. Ну, так, так, так. И не буду я сидеть дома ни одного дня. Завтра же пойду на завод. Ой, только до чего стыдно будет перед всеми. Вот, скажут, изобретательница явилась. Качайте ее. А ты об этом не думай. Дразнить никто не станет. Ведь мы комсомольцы. А если кто вздумает, мы ему сразу охоту отобьем. Ну уж ты. Ну, Марусь, я пойду. А то как бы не опоздать. Увольнительный-то у меня до 20 часов. Ну так, придешь, значит, завтра? Приду. Абрикосы возьми, не забудь. Да ладно, спасибо. Вот приду и буду делать все по-твоему. Вот. Все-таки как-никак, ты хороший парень. Да ладно. Честное слово. Я тебя провожу, хочешь? Да не надо, не надо, спасибо. До свидания, Марусь. До завтра, Пашенька, спасибо тебе. До свидания, первый только. До свидания, товарищ Родников. Вот видишь, папка, какой он. Только он, пожалуй, еще лучше, чем я думала. Как-то в конце смены от станка к станку побежала весть, что после работы весь завод соберется в сборочный цех на какой-то необыкновенный митинг. Пришли и ремесленники. Делегаты от колхозов, приехавшие из разных областей, благодарили рабочих за чудо машины. Рабочие пообещали колхозникам выпускать еще больше комбайнов. После гудка ремесленники собрались у доски показателей. Надо бы сдать, ребята, Денис Денисович, какие у нас итоги? Напишите на доске. Ну что же, ребята, могу сказать, учились вы недаром. Сегодня наша пятая группа доказала свою зрелость. Вот смотрите, сегодня мы сделали... 200... Что? 247! 247! Да, да. Да, ребята, 247. Вот что значит правильная выучка и сознательность. На первом месте, ясное дело, наши всегдашние передовики Сычев Павел и Чесноков Семен по 11 штук дали Дорогуши. По 11 штук. Честь им и слава. Пусть каждый даст по 11 звездочек. Вот оно 264 звездочки и получится в смену. Оно, конечно, и этого не хватит. Завод теперь возьмет такие темпы, что... Товарищи, Чесноков, что такое? Вы где были? Денис Денисович, не ругайте меня. Я сейчас такое скажу, что мне опять не поверят. Ну, говорите. Денис Денисович, я скажу, только пускай ребята меня больше мюром не зовут. Товарищи, сейчас Маруся Родникова сдала контролеру 16 звездочек. 16? Да. Что? А все девчата 332. Что? Да. Что ты сказал? Врешь, не может этого быть. Не может этого быть, врешь. Ну нет, брат, на этот раз я сказал правду. Она сократила технологический процесс обработки с 6 до 4 операций. 16 звездочек. Тебе, Пашка, во сне столько не приснится. Сдала и убежала. Вот как.
Да, событие. Я так и предчувствовал, что девочки заводу готовят подарок, а нам удар. Вырвали-таки знамя. Ну, Маруся, что сделала, а? Да теперь мы звездочками весь завод закидаем. Первый раз в своей жизни Паша Сычев нарушил дисциплину. Не взяв увольнительной записки, даже никому ничего не сказав, он прямо с завода помчался к Марусе. Все перепуталось в его голове, но одна мысль настойчиво повторялась. Кого ж я учил? Кого же я учил? Он открыл знакомую калитку. Маруся дома? Здравствуйте, товарищ Родников. Извините, что... Здравствуй, здравствуй. Маруся там умывается. Сейчас придет. Пап, ты с кем там разговариваешь? Да вот. Ой, Паша, я знала, что ты придешь, я уверена была. Ну, Маруся, твоя взяла. Ой. Ну что ж, ну вот, смейся надо мной. Подожди, ты подожди, Паша, я не понимаю, почему ты так говоришь, твоя взяла. Не моя, а наша с тобой, наша. Да, как? Да что ты, нет, твоя. Нет, да, ты садись, садись, я расскажу. Почему меня тогда ушибло? А потому что я плохо знала свой станок. А когда я стала обращаться с ним, как ты, Паша, и он ко мне применился, мы с ним, с моим станком подружились. Я его так узнала, так узнала. И тут я опять стала думать, как бы сократить работу над звездочками. Я спросила себя, почему мы сперва сверлим деталь меньшим сверлом, а потом рассверливаем большим? Ну? А если сразу сверлить большим сверлом? Станок не потянет. Так. Ну, думаю, какой другой не потянет, а мой дип потянет. Думала я, думала, да все Иван Вакулчу и рассказала. А он что, Маруся? А вон мне папка. Подержи еще свою душу в зажиме. А я тем временем обмозгую. Кажется, мысль твоя правильна. А тут этот митинг. После митинга он мне и говорит. Ну, Маруся... Звездочка наша. Так и сказал, честное слово, ну, звездочка наша. Ну, да дальше я. Больше ждать невозможно. Пойдем пробовать твой проект. Вернулись мы в наш цех, а там ни души, все домой ушли. Зажала я упаковку, закрепила большое сверло и стою, жду. Только слышу, как сердце колотится, да в висках стучит. Иван Вакулович все проверил и говорит: пускай. Я как нажала кнопку, так от нее электричество будто через меня пробежало. Остановку, басом. Стою я ни жива, ни мертва, даже глаза закрыла. Нет, говорит Иван Вакулович, тут уж надо глядеть в оба. И вот снял он деталь, осмотрел и тихонько засмеялся. Так все хорошо получилось. Попробовал он на другом дипе. И на другом вышло. Он на третьем тоже. Вот как оно все получилось. Ты доволен, Паша? А я так до сих пор в себя прийти не могу. Все кажется, что мне это снится. Ты что, Паша? Что? Подожди. Подожди, подожди, Маруся. А ведь я дам завтра... 18 звездочек, больше твоего. 18? Да, что? Да, 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 18. Ведь раз так, то значит можно венец-то звездочки предварительно не обтачивать. А обточить его? Сразу. Сразу, правильно, Пашка, молодец. Потому что теперь мы с тобой больше никогда не поссоримся. Никогда, Маруся. Вот эти руки, руки молодые, рука не знала, ты меня зовёшь.